Не-не. Да, забей. Ну там же старт. Марин, ты сюда, ты сюда, ты сюда, ты сюда. Есть, да? Бежи, к примеру, внешний круг бежит в ту сторону по часовой стрелке. Встаньте в два круга, ребята. Внешний круг бежит по часовой стрелке, внутренний против часовой. Бежим спокойно, публики вокруг, публика вокруг вас. Вы поняли, да? Да. Приветствуем и двигаемся до своих мест. Спокойненько, да? Побежали. И раз, два, там, вам. На публику работает. Туда, вон она, повернись к ней. Повернитесь к ним лицом, ребята. Лицом к народу. До своих мест, прибежали. До своих мест. Стоп. Вот так, как при этом встрече друг с другом. Ладно, май. Тише. Теперь развернулись и бежим в середине. Раз. Убегаем. Все, тише, тише. Один кусок, тихо. А теперь обязательно. Все делают одно и то же, тише. Правые руки вверх в сторону и ножку на капу. Раз, еще раз, два, другую, три, четыре. Открыли руки, покачали. Хлопнули. Открыли, хлопнули. Еще раз, раз, два, три, четыре. Хлопнули. Теперь бежим. Линия к линии. Чтобы, бля, стенка на стенку. Я говорю, в одну линию, не в четыре, не в десять. Воу, воу. Спиной все стали, раз, спиной. И бежали, и повернулись. Дали за руку. Ура! Прибежали. Идет вступление, расходимся на большой круг.
И рам-пам-пам-пам, разбегаемся, там, спиной в круг, став, да, лицом, там, за руки, за руки. Раз, два, три, тише. Ну что вы мечетесь, один туда, другой сюда. Сразу надо встать. Взяли за руки, говорю, отошли назад максимально. А теперь кому надо выйти в середину, раз. И повернули все, куда бежит, два. Сейчас у вас есть замечательная возможность стать свидетелями флешмоба Деда Мороза. Такого вы не увидите нигде. Поговаривает, что стоял для них, можете загадывать желания, они обязательно сбудутся. Ну и, конечно, не забываем поддерживать их своими аплодисментами. Награждение самого быстрого Деда Мороза, поэтому приглашаю прямо сейчас всех к сцене. Напоминаю, что сегодня у нас день спорта. Нас ожидает много-много эстафет, конкурсов, ну и, конечно же, подарков. Праздники продолжаются. Всех с Новым годом! Быстрее всем доставляет подарки 31 декабря. Номер 88. Еще громче аплодируй, ваши овации. И, конечно же, не оставим без внимания единственная женщина, которая участвовала в забеге. Все можно. Единственная женщина, которая участвовала в забеге, что заслуживает ваших аплодисментов, которая закрыла его, так сказать. Елена Кардоза, ваши аплодисменты, конечно же, подарок для вас. Давай, 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 давай